Добрый вечер, дорогие отцы, братья, сестры, матушки. Сегодня мы с вами проходим поучение 18, душеполезное поучение Авы Дорофея. Называется так. К брату, проходящему келорскую службу. Келор в современных монастырях – это большей частью должностное лицо в монастыре, которое занимается продуктами. Но вот э, раньше в его ведение входили не только продукты, а э, общая одежда, инструменты и прочие вещи, то есть за всю материальную часть отвечал. И, видимо, э, много вопросов возникало у Келлера, поскольку ну, в монастырь все приходят э, за духовными трудами, а он ну, всегда отягощен такими материальными. Но в то же время, пока он кому-то выдает какие-то вещи, потом от них принимает, кто-то что-то сломал, кому-то что-то не понравилось, надо другое. То есть очень много различных бывает искушений, много прецедентов, и из этого возникает много духовных вопросов. И я вам напомню, один раз я уже много ну, говорил. К старцу Макарию Оптинскому обратился один монах или послушник, ну, в общем, насельник, и говорит, батюшка, зачем у нас много так послушаний таких телесных? Можно же просто молиться. И вот старец Макарий говорит, что во время исполнения различных послушаний, когда братья друг с другом работают, кто-то старший есть, кто-то есть, которые подчиняются, потом ну, смежники разные свои взаимоотношения и время исполнения этих послушаний случаются всякие недоумения, искушения, где надо потерпеть брата, где нужно взять может быть нагрузку его на себя. и так человек познает свою немощь. Так человек приобретает те качества, которые необходимы уже в духовной жизни то есть смирение терпение кротость трудолюбие и поэтому при всех случаях монастыри особенно но мы знаем что сейчас вот мы живем в миру и мы не исключены из промысла Божьего поэтому случайностей с нами не бывает и у каждого дела такого казалось бы, материальное есть духовные поводы, причины, духовные выводы надо сделать. То есть Господь всегда устраивает свой промысел для нашего спасения. Итак, видимо, Келлер спрашивал про раздражительность и злопамятность, как пояснял Келлер в вопросе, которые возникают из-за вот этих как раз материальных отношений с братьями. Ну, наверное, так спросил. Если бы я просто молился в храме, э, ко всем братьям было бы ровное, хорошее отношение. Но так как один приходит, дай эту вещь, второй приносит уже поломанную вещь, третий еще, и вот много столкновений, и таким образом много искушений с братьями. Так вот, говорит, э, отвечает Ава Дорофей. Если не хочешь впадать в раздражительность и злопамятность, то отнюдь не имей пристрастия к вещам и не заботься о них через чур. Это первый момент. А вторая, вторую крайность объясняет так. Но и не пренебрегай ими, как маловажными и ничтожными. Но когда кто просит их у тебя, давай. Если же он случайно или по небрежению разобьет или потеряет что? Не скорби. Мы помним в одном из э, получений о, о совести. Мы с вами говорили, что совесть нужно иметь добрую по отношению к Богу, то есть исполнением заповедей, сохранять совесть, по отношению к ближним, тоже исполнять заповеди по отношению к ближним, и даже по отношению к вещам. То есть он там говорил, что вот, допустим, ты постирал вещь, повесил сушиться, а там уже дневное солнце очень жарко, может вещь выгореть, даже и на солнце, надо вовремя убрать. Если ты идешь и видишь, что кто-то не убрал эту вещь, помоги, убери ее с солнца, чтобы она не потерпела вреда. То есть нужно совесть хранить и относительно вещей. Есть люди очень чувствительные, и очень ранимые такие. И вот если Келлерин такой оказывается, он дал кому-то вещь, а тот по небрежению испортил. И тогда Келлер считает, что он имеет право раздражаться, угрожать, что в следующий раз не получишь ничего и прочее, прочее. То есть проявляется уже его внутреннее состояние. И вот старец говорит о Водорофее, что не скорби, сильно. Сколько от тебя зависит, то есть заботься о сохранности вещей, о том, чтобы всем угодить, в смысле дать вещи. Но если что случилось, то не скорби. Впрочем, ты должен так поступать не по нерадению о монастырских вещах, ибо ты обязан всей силою и со всяким старанием заботиться о них но из желания охранять себя от смущения и споров, постоянно являя пред Богом посильное твое старание. То есть вот это предложение тоже очень важное. Итак, если кто-то что-то сломал, если кто-то, ну, скажем, у нас на приходах, да, тоже есть материальные ответственные лица, есть те, которые чем-то пользуются и что-то сломали. Вот. Не надо сильно скорбеть, но в то же время не надо говорить, ну и ладно, ну и пусть, и неважно. То есть переживать-то немножко нужно, за это заботиться о сохранности, но понимать, что, помните, как Господь говорил, суббота ради человека, а не человек ради субботы. То есть тот, кто сломал, он для Бога, конечно, сам по себе важнее, чем сама эта вещь. Вот. То есть, чтобы нам не обидеть брата, не превознестись, не прогневаться на него, вот о чем говорится. То есть надо заботиться, но понимать, что сам человек выше любой вещи. Достигнуть же сего ты можешь только тогда, когда будешь распоряжаться монастырскими вещами не как своими собственными, но как вещами, принесенными Богу и только веренными твоему попечению. Относительно приходских вещей также мы можем сказать, что все это куплено на пожертвования прихожан. Они пожертвовали Богу. А нам верны на наше попечение, чтобы мы их использовали, во славу Божию, и заботились о их сохранности. Опять два момента. Помним, что это люди принесли дар Богу, это Божье достояние уже, церковное имущество а в то же время нам верно к попечению. То есть мы ответственны за это. Ибо первое располагает нас к тому, чтобы не иметь пристрастия к вещам. То есть это не наше, это Божье. Не должно у нас быть пристрастия. А второе, к тому, чтобы не пренебрегать ими. То есть, с одной стороны, мы, помня, что это Богу принесли, Божье, не должны иметь к этому пристрастия. Но, с другой стороны, это Вещи, материальные ценности, верены в наше попечение. То есть нас Бог за них спросит. Мы не должны пренебрегать им. Если же ты не имеешь в виду всей цели, то будь уверен, что не перестанешь подвергаться смущению и смущать себя и других. То есть, когда человек слишком рьяно говорит: это наше, это а как ты смел, из-за тебя это пропало. Вот. И сам не имеет покоя никогда. И других все время смущает. Дальше. Вопрос. Мысль моя радуется сим словам и желаю, чтобы это было так. Но почему же я оказываюсь не готовым во время надобности? То есть Келлер спрашивает. Теоретически понимаю. Но вот когда это случится... У меня разрывительность и злопамятность. Как-то применять. Почему я не готов все время применять эти знания, которые я принимаю, а применять тяжело. Вы знаете, здесь можно вспомнить, когда как апостол Павел говорил, говорил, то, что доброе и близко моей душе, вижу, что я это не могу творить. А то, что злое, то, что не хочу творить, это делаю. Так и здесь говорит Келлер что то, что ты говоришь, все по Евангелию, все так близко мне, моей душе. Я бы хотел так, но почему я не делаю это? А вот гнев и раздражение, я сам не ненавижу, не люблю, но почему я это делаю? Раздражаюсь и гневаюсь. Вот Авадорофей отвечает. Потому что не всегда в этом получаешься. То есть, вы знаете, как еще святые говорят, Муха не садится на раскаленный котел, а когда он остывает, она садится на него. То есть, когда мы пребываем в мирских помыслах, то бываем не готовы к внезапному искушению. То есть, нам все время нужно получаться в законе Божьем. То есть, в своей молитве. И так отвечает. Потому что не всегда в этом получаешься. Если хочешь иметь эти мысли в нужное время, то получайся в них всегда. Постоянно следуй им и веруй Богу, что ты преуспеешь. Ну, понятное дело, когда Келлер говорит, э, теоретически понимаю, а в момент искушения вся теория рассыпается, я неправильно поступаю. Почему? И Авадорофей отвечает: э, стараться надо, получаться в законе Божьем, то есть в поучении тайном Иисуса в молитве всегда. И тогда тебя внезапно враг не застанет. Ты все время в кротости получаешь. И когда внезапно искушение, уже здесь помолиться, поскорбить. В то же время э, поскорбить, как говорится, не сверх нужного. Вот. И не обидеть брата, не раздражаться в этот момент. И дальше. Молитву растворяй по учениям в божественном писании. То есть пребывай в молитве и чтении Священного Писания. Больным угождай, главное для того, чтобы через это приобрести милосердие, как и я часто говорил. При том же, когда и ты заболеешь, то Бог возведен человека, который послужит тебе. Ибо Он сказал, не уже миру мерите, возмерится вам. Мы с вами знаем, помним, что а вот Арафей был, заведовал больницы, гостиницы и больницы, видимо, совмещенные были вот такие, богодельные, так назовем. Там, конечно, суеты было много. Представляете, сколько разных характеров. Даже буквально мимо проходящий бедуин у них останавливались. Люди вообще невежественные, неверующие. Вот. И все равно им надо было помогать, потому что в пустыне монастырь находился. Оказывали гостеприимство. То есть, очень сутьно, и искушений много через людей неверующих, вот, невежественных. И все надо было терпеть. А некоторые говорят, это хлопота послушание, не буду его нести. А Авадорофей вот, не смущался этим, потому что во время всяких искушений он познавал больше себя, более усердно молился за этих всех ближних и дальних и стяжал любовь таким образом. И вот он говорит: больным угождай для того, чтобы через это приобрести милосердие. Мы с вами еще, наверное, не знаем своего сердца, насколько оно не милосердно, насколько оно жестоко. И вот бывает и ухаживает кто-то из нас за больными, но с целью, может быть, чтобы похвалил этот больной или люди другие похвалили какая-то благодарность или награда от Бога будет за это. Вот. Это неправильно. А Водорофей говорит, надо ухаживать за больными, чтобы сердце наше сделалось добрым. Поэтому, кто ухаживает за больными, не ждите благодарности, не ждите похвалы. Даже от самого больного не ждите благодарности. Скорее всего, даже будет роптать, капризничать. Вот. И надо смиряться, смиряться, молиться за этого человека. И таким образом, пока мы помогаем больному в чем-то, а Господь будет наше сердце умягчать. Дальше. Если же постараешься исполнять дело по силе твоей и по совести, то ты должен знать и удостоверить себя, что ты еще не уразумел истинного пути. А потому и обязан без смущения и без скорби, но с радостью принимать, когда услышишь, что ты согрешил в том что по-твоему мнению сделал ты по совести. Смотрите, насколько как бы запутано, с одной стороны. Он говорит так. Если вот прям стараемся, все силы употребляем для того, чтобы сделать все хорошо, и чувствуем, что совесть нас не обличает, мы действительно не ленились и приложили все усилия, сколько могли, сколько было сил, и совесть не обличает, то проверка уже истинности нашего дела, ради Христа мы сделали или по человеческим мотивам, будет что? Что у нас случится какое-то искушение и нас обвинят в том, что мы ну, не сделали. Вот. То есть в каких-то грехах будут обвинять в жестокости и прочем, а нас совесть в этом не обличает. И это нужно, Аудара потерпеть. Это нормально. Вы слышали такую фразу от современных интеллигентов, быть может, или просто добрых людей, но таких светских, советских. что то последнее время, чем больше делаешь добра, тем больше получаешь зла. И такие люди, так как у них все ценности здесь земные, Бога они не рассматривают никак, они хотят как? Сделать добро человеку, и от него какое-то добро тоже. А Евангелие учит нас по-другому сделал доброе дело, надо претерпеть еще искушение. И помните, как в Псалтире говорится, видел Господь мой труд и мое смирение и помиловал меня. То есть мы с вами должны трудиться, как говорится, беззаветно. Во славу Божию все делать и ожидать потом каких-то искушений для того, чтобы перенести их, как святые говорят, эти искушения последующие за добрыми делами, они как щеточки счищают ржачину тщеславию. И когда мы перенесем это искушение, смиримся, осудим себя, вот тогда только наше доброе дело принято Богом. Вот видите, насколько наше с вами сознание должно отличаться от сознания простых, добрых, светских людей. Это уже высшая философия, богословия, вот. богословие уже, спасение. Итак, еще раз зачитаю, ну и на слайде есть, давайте обратим внимание, чтобы для нас не осталось темных мест. Если же постараешься исполнить дело по силе твоей и по совести, то ты должен знать и удостоверить себя, что ты еще не уразумел истинного пути. То есть все это еще такое мирское, когда мы сделали по совести и все четко. Это еще половина дела. Потому обязан без мучения и без скорби, но с радостью принимать. Что? Ну, клевету, по сути. Когда услышишь, что ты согрешил в том, что, по твоему мнению, ты сделал по совести. Ибо суждением тех, которые разумнее тебя, все недостаточное исправляется, а хорошо исполняемое становится тверже. То есть, о чем я и говорил, сделали доброе дело, ожидаем искушения, переносим со смирением его, даже где мы не виноваты, если нас осуждают, и только тогда это дело Богом принимается, очищено от числа. Дальше. Постарайся преуспеть, чтобы когда случится скорбь, или телесная, или духовная, ты мог бы перенести ее без печали, без отягощения и с терпением. Постарайся преуспеть. Вот когда услышишь, будто ты сделал то, чего ты не делал, то не удивляйся всему и не огорчайся. Но тот час со смирением поклони сказавшему тебе сие, говоря ему, Прости меня и помолись о мне. И потом молчи, как заповедовали отцы. То есть, когда на нас наклеветали, а потом даже наше начальство выговаривает нам за это, то надо сказать, простите, помолитесь. Но бывает еще по-другому. А когда он тебя спросит, начальник, правда ли, что, правда ли это или нет? То есть ты сломал это или кто-то другой? Тогда что надо делать? Поклонись со смирением. И скажи поистине, как было дело. Ну, то есть, да, действительно, это не я сломал, это другой человек. Но этого мало. Что дальше? А сказав опять, поклонись со смирением, говоря, прости меня очень и помолись за меня. Вот смотрите, в общем-то, тут одна страничка, можно сказать, и немногие слова. Но нам надо, чтобы мы мыслили вот так, как здесь написано. Пока у нас мышление другое, светское, мирское. Пока мы пытаемся вывозить все наши проблемы, церковные, приходские, между собой прихожане, на своих каких-то душевных качествах, у кого-то там кроткий характер, и пытаемся вывозить, но это невывозимо. Мы никогда это не сможем э, стать добрыми по-настоящему или спастись, если у нас будет мирское суждение. Но сейчас, к сожалению, среди даже проповедников, блогеров встречается такой мирской дух, такое непонимание Евангелия. Ну и видно, что человек вот такие книги совершенно не читал. Одно из таких я сегодня там разберу уже без записи. Вот. Как люди вроде церковные мыслят по-мирски совершенно. Дальше. Вопрос. Что мне делать? Я всегда бываю в одном и том же расположении. Я не всегда бываю в одном и том же расположении при встрече с братьями. Сейчас, секундочку. Что же делать? Ну, что имеется в виду при встрече с братьями? Опять же, он, неся свое послушание келлорское, Конечно, встречаться с братьями, они сами к нему приходят по каким-то делам. Очень много хозяйство довольно-таки большое в монастыре обычно. И дел очень много. Характеры у всех разные у братьев. Конечно, не все святые. Хотя вот в древности, в то время, были монастыри у святого Ефимия. Значит, 5000 насельников, 5000 монахов. Из них 500 чудотворцев могли мертвых воскрешать. Каждый десятый достигал такого христианского совершенства. Вот такие были монастыри. Но тем не менее, как мы уже читали из предыдущих глав, сколько было искушений даже вот у Авы с братьями. Хотя мы знаем, что там были святые старцы. И сам Игумен был святой человек, но все равно немощи у братьев были. Как и сейчас в монастырях тоже. Братья исполнены немощами. И они очень часто проявляются. И вот Келлер говорит: ну что мне делать? Я не всегда бываю в одном и том же расположении. Ответ. Ты еще не можешь быть в одном и том же расположении при встрече с братьями. <как> То есть не требовать себя невозможного. Однако, старайся не соблазниться в чем-либо, никого не осудить, не порицать, не замечать за словами, делами или движениями брата, которые не приносят тебе пользы, но лучше старайся из всего извлекать себе назидание тоже иногда люди, православные люди, очень сильно страдают, печалятся, в уныние впадают, что у них не получается исполнять в совершенстве заповеди. Вот. Старец говорит, ну что, Дорофей учит, ты еще не можешь, не надо себя требовать невозможного. Конечно, каяться нужно, где мы заповедь нарушили, но признак гордости еще такой, знаете, как я мог? Я, это же я. И тут вот грубое слово сказал. Ну что ж такое, это уже человек хочет достигать сразу. Небо, но ну, надо понимать, что мы немощные люди. Тем не менее, не надо успокаивать. Ну, я вот не а поэтому я вот сказал грубо. Нет, в этом надо каяться. Стараться, не соблазняться, не осуждать, не порицать. А если случилось, надо в этом обязательно каяться. Дальше. Желай, не желай, вернее, тщеславно высказать себя ни в слове, ни в деле. Вот это так тяжело, у нас это так плохо получается. Не желать тщеславно высказать себя ни в слове, ни в деле. Про тщеславие говорил, по-моему, здесь мы проходили, и еще в лестнице написано, что это такой палка о двух концах так тяжело с ним бороться. И у нас всегда это проявляется. Это беда наша. Дальше. Приобрети умеренность в пище, в словах твоих, даже до малости. Но здесь, можно сказать, говорится о посте. Надо умеренно в пище и в словах. То есть, сдерживать язык. Знай, что кто бывает борим каким-нибудь страстным помыслом, или скорбит от оного, и не исповедует его, тот сам укрепляет его против себя, то есть подает помыслу силу более бороть и мучить его. Об этом много раз мы уже с вами <coughs> говорили, что нужно бросать практику, когда раз в год человек исповедуется. Конечно, нужно <coughs> как можно чаще, ну уж по крайней мере Хоть, хоть раз в месяц, да, по крайней мере, нужно лучше через, перед каждой службой, конечно. И ну, нужно в себе воспитывать такую необходимость, ощущать ее, что надо бы поисповедоваться. А если не исповедуемся, то, как говорится, укрепляем против себя страсть и даем силу, помыслу все больше мучить и бороть нас. А тем более, если мы без причастились, все это закрепляется, все эти страсти нечистота вся. Если же он станет бороться и сопротивляться помысу своему и сделает противное ему, то, как мы говорили часто, страсть ослабевает и не имеет сил бороть его и наносить ему печали. И так малым, таким образом, мало-помалу, подвязаясь и получая помощь от Бога, он преодолеет и самую страсть. Бог да покроет нас молитвами всех святых. То есть говорится о том, что надо бороться даже с плохими помыслами, тем более словами и делами, исповедоваться и сделать противно этим помыслам. То есть когда помысл говорит нам, не подавай те саму мало денег, все, надо сделать. Нет, наоборот, подам. Или помысл говорит, он тебя огорчил, скажи ему плохие вот такие слова, обзови его там, напиши ему плохой смс, вот, а надо делать противное, наоборот, благословить, как апостол Павел говорит, нас проклинат, мы благословляем, вот, благословить человека, помолиться за него, вот. то есть делать противное, об этом много написано у старца Паисия Афонского, как э, злые помыслы преображать в добрые помыслы, э, применять и последний вопрос: почему сказал Ава Пимин, что бояться Бога, молиться Богу и делать добро ближнему – суть три главные добродетели? Ну, что бояться Бога, это мы с вами проходили в главе «Страх Божий». Страх Господень от начала премудрости. Без страха Божия невозможно ничего. Вот, молиться Богу. Мы тоже знаем, что без Божьей помощи мы ничего не можем. Господь сказал, без меня не можете творить ничего. Поэтому, конечно, нужно Богу молиться. Отвечает. Вот. И делать добро ближнему. Вот. Благотворить ближнему есть дело любви. Так как боящийся Господа и молящийся Богу приносит пользу только себе одному. А всякая добродетель усовершается любовью к ближнему. Вот бывало такое, что отшельник, находясь у себя в келье, молится Бога, ему кажется, он уже чего-то достиг, а потом какие-то странники пришли, или он куда-то вышел, и вот там уже проявляется, как он относится к ближнему. И тем самым он осознает еще свою немощь. Когда пытается делать добро ближнему, или не хочется, или после добра испытал какое-то искушение и потом говорит, тогда не, больше не буду делать добра. То есть степень совершенства еще проявляется, когда мы соотносимся с ближним нашим, делаем добрые, делаем добрые дела. Итак, кто боится Бога и молится ему, то должен приносить пользу и ближнему, и делать ему добро. Как еще говорится, вера без дел мертва. Ибо Сие, как я сказал, есть любовь, которая составляет совершенство добродетели, как говорит святой апостол. Богу нашему слава веки веков. Аминь. Дорогие батюшки наши и матушки, помните, когда мы начинали изучать дорофея как-то многим казалось, ну это же монашеская книга для древнего монастыря, пусть, наверное, монахи и читают, но когда мы с вами прочитали всего лишь сейчас два листочка, вот эти два листочка всего лишь. И, казалось бы, чисто, можно сказать, инструкция для Келлера. Видите, а сколько нам это может пригодиться? Какая тут мудрость евангельская в деле? Ну и вообще, жития святых говорят, это Евангелие уже в жизни, как проявляется Евангелие. Поэтому давайте будем стараться вот приобрести такой образ мысли, как здесь и вещи беречь наши, а еще больше беречь свою душу от гнева, ярости, злопамятности и души наших ближних. Давайте делать добрые дела со всем усердием, по совести, но ожидать вместо награды какие-то искушения. Что такое искушение? Это испытание. Вот. Переносить это с кротостью, со смирением и самоукорением. И вот тогда только наши добрые дела приятный Богу. А если мы делали доброе дело, тщеславимся, гордимся им. Это плохо. Если мы делали доброе дело, а взамен получили какую-то пакость от этого человека, благополучателя, и потом скорбим на него. Это говорит о том, что доброе дело мы делали по тщеславию, хотя бы даже ради того, чтобы уж сам этот человек там нормально относился. А это образ мысли мирского неверующего, человека, погибающего. А мы с вами. У нас перспектива вечность. Поэтому здесь очень нужно нам приобрести ум Христов христианский. Вот. Ну, на этом все.